И всем привет, с вами Макс Риск, тут Наруто, прикиньте. Так, мы уже начали игру через новый экранчик, хочу узнать, что это за Наруто. А, вау. Очень-то, наверное, классная игра, но можно как-то посмотреть хоть. Я бы не играл или нет. Просто очень интересно. Друзья, подпишитесь на канал Мобайла, Легионса, Банг Банг, Макс Риск, ого, вкладка канала, можете его найти. Да, вот, значит, канал снимает. Ну, попробую такую снять, а то видно, что брал уже истекся, говорят. Наверное, 4 месяца уже назад такой бесплатный. Блин, 6-7 месяцев, 8 месяцев. Он не активный, чего? Год уже дошел. Так легко, а так мало роликов, капец, блин. Так у меня и то больше, чувак, подписывай ролики, рекомендую канал. Ну, мне как-то уже 3 недели, уже месяц, уже 2. Блин, знаете, как будто как-то мало записываешь ролики. В общем-то, подписывайтесь на канал, это наши друзья. Вот, снимайте вкладку. Вам с телефона проще нажать. Итак, подписка. Это мой старый канал, просто так можно подписаться. И все. А вот, значит, мой друг завел канал, хай я там. Посмотрим, что там получится. Или нет. Так, вот. Мы пробуем ТикТок. Но пока что ничего не залили. Мы пробуем, как менялся мой голос. 3 просмотра брали. Ладно, шутка. О! Саски, Наруто! Мне интересно сейчас узнать. Реально она такая прикольная игра. Так, давай играем. Ну хоть ты немножко можешь поиграть. Ну пожалуй, хоть узнать там. Сохранить ее где-то можно. Загружается основная библиотека. Давай уж попробуем. Но я думаю, нам хватит еще времени. Давай пойдем в Швейцарию. Там мы две карты в Швейцарии, там и там серия. Что это такое? То Россия, да? Швейцария. Что-то, конечно, ничего не понял, ладно. Так, там опасно, как говорится. Так, лучше давай. Так, окей, как там у нас игра? И так, продолжаем. Что у нас железо тратится? Все. Смотрите там. Так, строить будем. Не, ну кони есть, зачем еще строить? Сейчас железо. Сколько сейчас железо стоит? О, на все деньги, надо сейчас. Подожди, а где база? Ой, блин. А, вон нам. Видно по своим. Так, ну что, я вижу, что Польша воюет с этим. Что мне делать, друзья, я не знаю. Но иначе нужно кусочек захватить, потом подумать, собрать армию. За 3 дня. Так, Россию не кушают. Что-то у нас по регионам. Так, ну, блин, ну скоро я займу кита этого Турция побеждает. Да и всемся. Так, страна, ясно. Счетчик регионы. А, по отношению с компьютером война. Кстати, вот канализации, да, тут есть Steam одна. Очень сильная. Вот так можете смотреть, кто вам кидает заявку, там есть никто. Так, значит, ты Тима, ты Тима, ты Тима. Даже не помогаешь ему? Очень странно, почему? Так, Наруто. Ладно, интересно просто. Вроде мы все тут собрали, вроде бы, да? 51. 251. Это поможет на призыв. Больше, больше, больше. И солдатов всяких. Ну, в принципе, можно так прокручивать. О, 1000 Семён. Хорошо, такая акция. Тем более, тут 4К, все, и воин, так скажем, готов. Нормально. Да, конечно, 4К, но сейчас 800, ну, в общем-то, в день можно одного героя себе позволить купить за такие деньги. Повержена казарма. Нет, 376. 376 нам нужно, что строить. Если мы не будем строить, что-то произойдет. Будет меньше войск. Будет меньше, меньше. А я не хочу, не хочу. Хочу больше войск. 1500.
тысячу. 500, ой, 1001. Так, ну можно купить, кстати, но перебор, Макс Риск, да, уже как-то думать. Кстати, побежиться можно, что у нас есть? Уголь есть, железо продать. Ничего нет, рыба есть, продаю. Покупайте рыбу, кашу. У меня столько рыбы. Что я в шоке? Так, ничего. Так, уголь, вот это нефть. Нефть, уголь давай, только капец, сколько у меня угля. Дров могу попродавать, если есть такая цена. 30к, а? Ну, сколько у нас, сколько дашь? За все деньги? Надо подумать. Но пока что я не нуждаюсь, но можно в будущем, как говорится, будет дороже. Теория подсказывает с этим. Так, мы проиграли тут, черт. Что бы так поражение? Дун-дун-дун. А, ну и так. Дун-дун-дун-дун-дун. Так. Это уже чувак все захватил? Ага. Они как-то... Да, Украина пошла. Пошла. О, а, слишком куда переписываться. Что я делаю? Сам такой. Почти большая страна с этим. Капец, слушайте. Он проиграет, да? Желаемый топ. Русский. Нет. Так. Так. Ну, в общем-то, мы на Турцию нападаем, чувак. Ничего не пишет. Ха-ха, понял, сражайся. Так, а он с нами будет агрессировать, не? Окей. Ну, понял, сражайся. Он твоюет, ты сможешь тоже отвоевать. Вот это, блин. Так, у нас трава. Угу. Ждем Наруто. Да, когда же Наруто... Кстати, тут мы строили. Да давай на Францию. Кстати, такой кусочек занял, не? Ну, Франц. Арчик, кусок, не понял. Вроде, он был кусок. Вообще-то, я топ-1 занимаю по регионам. Нет, я с ним. Россия хочу удалить, да? Россия, наша цель. Так, 375. Ну, в принципе, можно. Давайте. Не понимаю, да. Ну что, не умеешь считать? Давай. Да. Доска, если продай было чики-пуки. Да. Отлично, успел. Железо дорогое сегодня у вас, ага. Вот дрова дешевки. По дешевке, блин, нормально. Так, ресурс можно, кстати, сейчас его, да. Тут посчитать, что плюсики, что минусики. Ну, в принципе. Можно на железе тащить, а дрова можно купить по дешевке. Ага. Все. Так. 1500, а уже денег нет особо. Так то можно подать, но, ну, вроде бы у тебя есть шанс победить. Италия так скажет: а давай кусок, я тебя завою, а с одним, блин, Турция и 2-2 тяжелее будет. Я так думаю. Как там игра? Ладно. Так, дальше Россия.
Ты чё? Ну фак ю, блин, ну фак ю. А, ладно, я понял. Один воин, два воина. Во, блин. Меня что, бросать начинают или шо, блин? Я думаю, мир, не. Если честно, я просто в шоке. Ну какого черта он? Ну твою, он пол карты, а вы чё? Ну ладно, в принципе. Не хотите помогать, тогда я заберу все себе. Но если будет забирать, то я сразу войну с вами. Понятно? Ну, сначала их, да, а потом уже вас. Войну с вами. Первым, между прочим. Вас не забуду, блин, предатели, а? Сидят тут, нычкаются. Да, вот здесь можно проход сделать, если он будет тимиться. Не дело для... А, как думаете, затащим? Желательно, хотелось бы. 15, 20, так пошел. Ну, в принципе, можно что-то тут захватывать, а? Так удалим, спасибо. Как мне это все достало, блин? Ненавижу эту игру. Я дизлайк ставлю прямо сейчас. Вот как так это может быть, что у него вот столько воинов? Обычных пехотов. Киев. Киев захватили. Ну, блин, помогите, блин. Ну чё, блин? Будет так продолжаться, то они выиграют, челы. Проснитесь. Ой, господи. Франция, проснись, блин. Напиши комментарий своё мнение. Что ты бы сделал? Крути ему головы. За это отношение, блин. Мне не отвечают, игнорят, блин. Удар был бы отличный. Тут два воина, тут один воин. Изи просто затащить. Он специально так водит всех туда, потому что Россия тут ух какая. А этого оставил, потому что он слабенький. Мне нужно все силы направить здесь, на Россию. Что делать? Что делать? Копаться не жить. Кони, кони, мои кони, да. 1500, 1500. Я просто... Маза, Дев, снова Дев.